командир танкистов Датаева Римма Салиховна. Со слезами на глазах. За танкистами воздушный парад возглавляет группа из 4 самолетов в составе летчиков подготовительной группы «Капелька», ведущей группы старший летчик-испытатель Серикова Кристина Андреевна. В параде принимает участие санитарный батальон 2-й младшей группы «Семицветики». Возглавляет санитарный батальон начальник медицинского пункта Писарева Валентина Андреевна.